Может быть, кто-то не знает, но 95% территории нашей страны – охотугодья. Да и субботы с воскресеньями давно пора переименовать из выходных в охотничьи дни. Вот и сегодня, обычное воскресенье. Охота на зайца, которого громко называют пушным зверем, не предполагает обязательного присутствия егеря в группе, но проверка документов всегда на пользу. У охотников из Студенка все нормально. Территория в окрестностях села Сухая Каменка открыта для охоты. Документы в порядке. Настроение отличное. Зайцев, видимо-невидимо, просто снуют туда-сюда. Любители природы, зарядив ружья, отправляются на встречу с нашими меньшими братьями. Очень хочется зайчишкам пожелать удачи и не видеть таких друзей. Другая группа охотников, слегка отклонившись, оказалась в урочище Тартак, возле села Каменка. На территории соседнего охотхозяйства. Свой въезд в лес охотники объяснили коротким обедом и неудобством стоять на ветру в открытом поле. Хочется сразу вспомнить про охотничий экстрим, которым любители пострелять кичатся перед женами и малыми детьми. Но ситуация с обедом под деревьями казалась правдоподобной, с учетом близости поля и неприглядного для охоты соснового редколесья, где находились машины с людьми. А в лесополосе неподалеку кипела работа. Житель села Довгенькая, ведя заготовку дуба новой профессиональной бензопилой, жаловался на финансовую ущербность. Не знімай, мене пилять нічого, ну до дров, ну виключи. А чого вас нічого пилять? Та мене, ну нічого, дров. Та ти зараз ось пиляв і писи дров. Не, ну нема, виключи, ну виключи. По телефону поступил сигнал из Боровского района, где группа охотников якобы незаконно охотится на территории соседнего охотхозяйства. Главному охотоведу Назарько Владимиру Алексеевичу уоровцы из села Курульки попытались объяснить, что в лесном массиве Восточного охотничьего клуба оказались, преследуя волков. Число есть, все есть. Дружу не стреляла ні разу. Чищене, можу показати. Дивіться. Вистрілів не було ні разу. Тому що ні по чому. Ну так ні по чому. Лісів треба ходити по чому. Ми йшли в поле. В поле? Ні, ну вовки. Ну те, що я перейшов, так. Я перейшов. Сидів, вовків не бачив, я показав їм. Дайте, покажіть. Вони кажуть, вовки теж. 10 вовків. 10 штук. Вовків взагалі ходить. Ходить, ну їх нема слідів. Два менше, тобто 5 менших і 5 більше. Слідів нема, це вовків. Охотники охотились на зайців і не повинні були заходити в прилегаючий лісний масив. Преслідування волків – сказка. А от опушечний кустарник дуже привлекателен для дньовок косуль. І в ньому могли бути льошки кабанов, добича яких, можливо, була в планах вооруженої групи. Ми сподивися, розказую, вовків були готові. Ми туди приїхали через. Коли під'їжджаємо, тут вистріли. І виходить собака, сіра собака. Заблудившиеся охотники із Курулік також не могли определитися з принадлежністю лаек, крутящихся у їх ног. На собак не було необхідних документів, що є недопустимим во время охоти. Гуманний закон об охоті в таких случаях предписує два варіанти дій в отношении четвероногих друзей, находящихся в охотугодьях без хозяев. Отлов породистих и отстрел беспородных. Но мораль и здравый смысл охотники, к счастью, еще переписать не успели. Я рассказываю, как було все. Рассказываю. Вы подъехали до лесу, выстрелили. Чего вы туда подъехали? Бачите выстрелы? Тихайте в другую сторону, потому что они прятаются. Вот и все. Чего тогда? В оформлении документов также были выявлены нарушения. Какое сегодня число у нас? 20. Там. Вот, я одна, та, ключи.
Ну ти блін создав таку ситуацію. Я ще такого ще не бачив. Отсутствие заднего госномера на внедорожнике Mitsubishi, окровавленная морда одной из лаек давали основания все более не верить охотникам. Для выяснения обстоятельств и знакомства с коллективом из Курулик приехали сотрудники Изюмского лесхоза и директор охотхозяйства «Восточный охотничий клуб» Старостенко Валерий Владимирович. Вечерело. День подходил к концу. А бумаг написать еще надо было очень много. Звернули, хотели это самое. Короче говоря, тільки під'їхали. Давай, кажу, знаєш, що? Тут вистріли. І оця собака вискочила вся в город.